Да, конечно. Стойте. Я закончу через 5 минут. Хотел бы нарисовать вас тоже. Спасибо, мне это ни к чему. От вас исходит свет. Можно сделать хотя бы эскиз? Это не займет много времени. Он очень известен. Время от времени он приходит сюда и каждый раз всегда приводит какую-то знаменитость. Говорит, что эта атмосфера его вдохновляет. А вон там вот сидит химик, ученый. Он сделал сенсационное открытие и получил Нобелевскую премию. Я советую тебе остаться. Сядьте вон там. Закажите что-нибудь. Запишу там счет. Теперь можно расслабиться. Закончим? Сядьте вон туда, там лучше освещение. Когда-нибудь бывали в Японии? Да, 2 раза. Вы знаете, я слышала, что Токио – самый безопасный мегаполис в мире. И что там даже 6-летние дети могут самостоятельно ездить в общественном транспорте. Так, вот что, давайте вы посидите 5 минут. Молча и не двигайтесь. Берите ваш пакет. Это книги. Можно мне? Тебе. Сидите молча 5 минут. Я вижу сходящий от вас свет. Свет присущий здесь только мало. Будете его удержать. I just don't know.
зовут Райнхард. Мария. Вам взять что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Ну, пожалуйста. Еще по одной. Чем вы занимаетесь? Работаю в кабаре. А что это за книги? Вы работаете в секс-индустрии? Почему все мужчины думают только об этом? Секс и ландшафтный дизайн. Даже не знаю, что скучнее. А я вот считаю, что нет ничего скучнее живописи. Почему же? Ну, это остановленное движение. Прерванное мгновение. А фотография, которая никогда не будет похожа на оригинал. Это не интересно никому, кроме самих художников. А они считают себя людьми особенными, выше других. Вот вы что-нибудь слышали о Хуане Мирро? Я нет. Пока один араб в ресторане, не помню, упомянул о нем. Но, знаете, это ровным счетом ничего не поменяло в моей жизни. Зачем вам эти книги? То есть как зачем? Я бывал в вашем кабаре. Просто когда вы говорили, где работаете, я вспомнил, где мог вас видеть. Дорогущее заведение. Когда я вас писал, я не понял, кто вы есть на самом деле. Настолько сильный свет от вас исходит. Послушайте, господин Харт. Я не первый день живу на этой земле и ни в чью жизнь не лезу. Ваши слова были неуместны и неделикатны. Если их целью было унизить меня, чтобы почувствовать себя более уверенно, то вы напрасно потеряли время. Спасибо за выпивку. Больше гадости не пробовала. Но я все-таки допью, а потом выкурю сигарету, а потом встану и уйду. А вы можете уходить прямо сейчас, потому что нехорошо знаменитому художнику сидеть за одним столом с проституткой. Вы ведь это уже поняли, да? Я проститутка и горжусь этим. Я не буду врать ни себе, ни тем более вам, потому что вы просто недостойны моей души. Интересно, что было бы, если бы тот вот химик узнал, кто я есть на самом деле? Я проститутка! И вот что я еще вам скажу, господин Харт. Это дает мне свободу. Я знаю, что через 3 месяца, день в день, я уеду из этой проклятой страны, уеду с большими бабками, с фотографиями, где я стояла на снегу, уеду куда более образованной, чем я приехала. Я теперь разбираюсь и в винах, и в мужчинах. Вы разумели, господин Харт? Я проститутка и горжусь этим. А вы, хоть и художник, ни черта не смыслите в своих моделях.
Откуда вы знаете? Может быть, вот этот химик на самом деле всего лишь железнодорожник? А все ваши остальные модели совсем не то, что есть на самом деле. Иначе вы никогда бы не сказали, что видите, как исходит некий свет от женщины, которая на самом деле всего лишь шлюха. Не имеет никакого отношения к тому, чем вы занимаетесь. Я вас сразу подметил, как только вы вошли. И клянусь, мне на мгновение буквально показалось, что я знаю вас все. Поэтому попросил остаться. Я вижу волевую женщину. Это все вот здесь. Вот ты, рюмку с пойлом видишь? Так вот, ты только ее и видишь. Моя же задача — дойти до сути того, что я делаю. Поэтому я вижу зерно, которое взросло. Вижу руки, собиравшие эти зерна. Краски, запахи, которые они впитали. И будь моя задача написать эту рюмку на полотне, я бы все это перенес. Хотя ты по-прежнему думала, что это просто рюмка с пойлом. Хоть это и не так. Точно так же, когда ты сидела и думала, а я знаю, что ты думала о Токио, я нарисовал твое детство, взросление, мечты, желания и волю. А вот воля меня зацепила больше всего. А почему ты сказал, что секс — это скучно? Не знаю, тебе виднее. Ну, мне-то виднее, потому что это моя работа. Но ты мужчина, ты молод, привлекательный, знаменит. Тебя еще должны интересовать такие вещи. Тебе незачем искать подругу в подобных заведениях. Да нет. Это есть зачем. Я спал с парочкой из твоих коллег. Я хожу туда не для того, чтобы найти себе подругу. У меня с этим, слава богу, все в порядке. Просто мне сложно с собой. А больше туда не пойду. Все. Незачем. У тебя что-то не так? Да нет, все отлично. А тебе стало интересно? Знаешь, слушать проблемы других мужчин — это часть моей работы. Но то, о чем говоришь ты, мне знакомо. Заплати и пройдемся. Я хочу говорить с тобой.